Еще один праздник, связанный с медициной – Всемирный день донора. Его отмечают 14 июня в день рождения австрийского врача-иммунолога Карла Ланштайнера, который открыл группу крови человека. На станции переливания крови Люберецкой областной больницы в этот день чествовали почетных доноров. Людей, которые на протяжении многих лет делятся жизненно важным компонентом, отметили благодарственными письмами главы городского округа Люберцы. Меня тоже запишите? Так, берите все чай. Мне в детстве помогли, как бы у меня было прямое переливание, и для этого как бы я решил, я тоже буду сдавать безвозмездно, чтобы помочь кому-нибудь. Потому что у нас у ребенка была операция на сердце, и как бы тоже ей дали эту кровь, как бы жена сразу тоже пошла сдавать кровь. По ей дочке помогли, значит, и мне надо кому-то помочь. Кто-то сдал до моей дочки кровь. Дети рождаются очень тяжелые, с тяжелой патологией. Им достаточно 10 мл крови, там, ну, к примеру, да, и ребенок сразу розовый и живой. Это очень достойная такая... Звание «почетный донор» – те люди, которые всю жизнь частичку себя отдают больным. Звание «почетный донор» присваивают тем, кто безвозмездно сдал кровь более 40 раз или плазму крови более 60 раз. В городском округе Люберцы проживает более 900 почетных доноров России и около 70 почетных доноров СССР.